Я, в принципе, с вами согласен, соперник был слабее нас. Но если вы посмотрите на турнирную таблицу, то вы сразу увидите, что нам здесь равных нет. Пойдем в кружку, брат. Пойдем. Ну, я думаю, я в первом случае согласен с капитаном, что команда, конечно, показала характер свой. Отыгрались против 2-1. Обе команды очень показали хорошую игру. И, в общем-то, я думаю, что в следующем круге мы покажем все, что мы можем. Спасибо. Всем привет! Меня зовут Максим Симонов, и у меня для вас важная информация. Приходите к нам в современный медиа-институт в самом центре Москвы. Мы из вас сделаем профессиональных спортивных комментаторов. И вы будете вести нашу программу. До скорой встречи, друзья!